На севере Таджикистана сотрудники милиции ворвались в дом вдовы и с оскорблениями потребовали ее снять хиджаб. В редакцию информационного агентства «Азия Плюс» обратилась местная жительница Наргиз Курбанова с жалобами на действия госорганов. «Ко мне утром домой ворвались без предупреждения два милиционера. Один из них был участковым инспектором. Однажды он приходил и требовал, чтобы я сняла хиджаб, так как это положено по закону. Я тогда сказала, что ничего такого в законодательстве нет, и я никогда не сниму хиджаб, потому что это мое решение, и мне так велел Аллах. Он тогда ушел, а сегодня вместе с каким-то незнакомым милиционером они ворвались к нам в дом и стали обзывать меня, заставляли вместе с сыном пойти в милицейский участок, угрожая, что посадят в тюрьму», – рассказала она. Смелая женщина не растерялась и тут же позвонила на горячую линию ОМВД в Сагдийской области по номеру 62222. Там ответили, что носить хиджаб нельзя, отвечали вежливо, но факт, что дежурный начал с того, что нельзя, так как у них приказ сверху, сообщила женщина. Также Наргиз Курбанова рассказала, что раньше работала преподавателем английского языка в одном из вузов, но как стала носить хиджаб 4 года назад, была вынуждена уйти с работы и сейчас сижу дома. «Я никогда его не сниму», сообщила она. Она также сообщила, что слышала от людей, что сегодня на рынке Панджшамбе тоже женщин сатрах ловили. «Я не знаю, как дальше жить. Недавно наши соседи, у которых все дочери носили сатры, из-за такого давления переехали навсегда жить в Россию», говорит Наргиз. We'll be right back.